Всем привет, с вами как всегда Питман Д. И сегодня я вот прикупил новую машинку. Это премиум танк Су-122-44. Вот так она у меня выглядит сейчас. Откатал я на ней не очень много боев. Но этот бой мне понравился тем, что мы его выиграли, кстати. Я, конечно, погиб. Команда у нас, как вы видите, не особо скиллованные игроки. Но, в принципе, я такой же. Но все-таки мы выиграли. Хотя процент побед у нас всего 43. На чем хотел бы сделать ваш акцент в этом бою, это на том, чтобы вы посмотрели именно на эту сушку со стороны ПТ-САУ, который умеет защищаться и принимать урон от танков, равных себе. То есть у нас в бою получается здесь семерки. И вы посмотрите, какая броня у этой ПТ-САУ. Меня, конечно, разобрало два танка. Хотя лупили больше, чем 3-4 танка. Но дойдем до этого момента. Я не хочу делать какой-то полный бой. Просто хочу, чтобы вы посмотрели этот момент. Итак, начинаем бой. Я промотаю, чтобы перейти как раз на тот момент. Ну, а там вы уже будете рассуждать, нужна ли вам такая ПТ или нет. Мне очень понравилось, так как я ее ранее встречал в боях и часто не мог пробить даже на борще. То есть, очень замечательная ПТ. Скорость хорошая. Орудие, как вы видите, такое же, как у ИСа. У ИСа простого, как у ИСа третьего стоковое. Такое же, как у КВАСа, такое же, как у ИСу, как у Сушки сотки. Такое же, как у Су-152. Короче, стандартное для советских машин орудие. Очень замечательное. ДПМ здесь вообще колоссальный. То есть, ну, я влюбился в эту ПТ-шку. Просто посмотрите и сами подумайте, нужна ли она вам. И вообще, нравится ли она вам. Выбор был у меня между Е25 и вот этой ПТ-шкой. Итак, погнали. Здесь я сделаю промотку, чтобы не задерживаться. Здесь я забрал уже ИСа. И вот начинаются сейчас вот эти моменты, о которых я хотел вам, чтобы вы посмотрели. Здесь вот я смотрю, что кто-то разбирает из инвиза Т-150. И ухожу на всякий случай за света. Лампочка у меня не прокачана. И вот я вижу Е25. Смотрим. Перезарядка, как вы видите, у меня 6.75. Это довольно-таки быстро. Это у меня стоит досылатель и вентилятор. Вентиль очень сильно помогает во всех случаях. И сведение, и обзор. Здесь я пытаюсь что-то увидеть. Хочу занять здесь центральную позицию, чтобы обстреливать все входы и выходы из города. Но так как у ПТ очень скудный обзор, вот здесь я замечаю Т-25 и пытаюсь его словить. Он забирает наш Т-150. И выкатываясь на него, жду сведения, не спешу. Есть, пробил. И вот теперь смотрим на непробитие. Уменьшаю скорость, чтобы вам лучше было видно. Первое непробитие. Или уже второе. Опять выкатываюсь на соперника. Еще одно непробитие. Это уже от ВК 3001H. Третье непробитие Type 58. Здесь меня пробивает 25. 59-16 не пробивает. Четвертое непробитие. Без урона ВК 30.01 обратно. Ухожу. Опять непробитие 59-16.
Замедляю специально, чтобы вы лучше видели. Опять не пробитие идет 59.16. Опять не пробитие. Как вы видите, стреляют как из пулемета. Опять не пробитие ВК. Трассеры летят. Здесь я стопорнулся. Меня тут окружили со всех сторон. Союзники решили не помогать. Ну и здесь я погибаю. Честно говоря, моя ошибка. Растерялся немного. Много танков так со всех сторон окружили. Надо было лучше откатываться назад. Я решил все-таки. Вот как вы видите. Не пробитие ВК. Даже фугасом стрелял или чем. Не пробил. Вот Тигр П. Броня у него суперская, конечно. У меня ББшки. На голду не успел перестроиться. Очень долго сводится орудие, конечно. Вот ВК опять меня не пробило. Выцеливает мой нижний бронелист, походу, я смотрю, по дулу. Тигр П. Промазывает. Вот даже в бок меня не пробил Т-25, как вы видите. У него 160 с чем-то пробития. Здесь пытаюсь таранить. Теряю свое. Вот здесь минус 5 ВК забирает у меня ХП. И здесь взад, конечно, уже меня разбирает 25,5. Вот и все. Что хотелось бы сказать? Хотелось бы сказать, что танк просто замечательный в своей броне. Я вам весь бой показывать не буду, мы его выиграли. Я заработал там около 30 тысяч серебра с премиум аккаунтом. То есть ПТ-шка фармить, даже когда вы проигрываете, довольно-таки замечательно. Взял я, как вы видите, вот тут у меня есть 760 я снял с Т-25, 72 с Тигр П. Ну, это тараном. 353 нанес Е-25. И с ИСа забрал ИСа 326. То есть мое ХП, как вы видите, 840. 840 это получается Т-25 и 72 Тигр. Да? Ну, приблизительно это, грубо говоря. Можно отсюда что-то отнять. И считайте, с этих двух танков у меня уже коэффициент пошел в мое КПД. То есть для скилла довольно-таки прикольная ПТ-шка. Можно прокачивать свое КПД, поднимать свою стату. Ну и вообще зарабатывать серебро. И покупать за это серебро хорошие танки игровые. И покупать за серебро также голду. Что сейчас возможно в игре. Поэтому довольно-таки все суперски. Смотрите видео. Желаю всем удачи. Пока.